этих местах всегда царит особенная чуткая тишина. Мост через Сороть ведет в Михайловское, к дому Пушкина. 27 лет назад впервые прошел этой дорогой Семен Степанович Гейченко, директор Пушкинского заповедника. В молодости он был хранителем музейных сокровищ петербургских дворцов, в войну – рядовым минометного расчета. Он освобождал эту землю, был тяжело ранен под Новгородом. Гейченко пришел сюда в 45-м и остался в Михайловском навсегда. Он был среди тех, кто поднимал из руин Пушкинскую усадьбу, Святогорский монастырь, где покоится прах поэта. Пушкину посвятил он свою судьбу и талант. И когда ожили снова заповедные Михайловские рощи и пруды, берега Голубой Сороти и липовые аллеи Тригорского, то засветилась над ними радуга, соединившая далекое пушкинское время и наш сегодняшний день. Этого нигде во всем мире нет. Нет такого размаха. Нужно быть русским, нужно иметь Россию, чтобы вот появился и Пушкин, и все пушкинское. Ну, скажем так, заповедник, что это такое? Это ведь 10, это миллион квадратных метров площади, заповедной площади, где есть парки, рощи, лес, бор, лужайки и какие-то еще начинающиеся рощицы, которые Пушкин называл племя молодое, незнакомое. Ведь этого же нигде вы больше не найдете в таком масштабе. Когда вы близко соприкасаетесь вот с отдельными элементами этого парка, вы видите, что здесь огромное количество живых современников Пушкина. Ну, и сосны, там, и ели, и липы, и клёна, они не только Пушкина помнят, но и его деда, Ганнибала, а некоторые помнят еще и праисторию, когда никто не знал, и даже, может быть, сам господин Бог не знал о том, что вот настанут такие времена, когда мы с вами будем сидеть и над этим говорить. Ну вот, а сколько же таких, собственно, деревьев вот здесь, которые помнят Пушкина? Около 1000. А сколько же вообще-то деревьев здесь? Ну, свыше миллиона. А какие бури, какие страшные события происходили? Поместье мирного незримый покровитель, тебя молю, мой добрый домовой, храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель. Да не вредят полям опасный хлад дождей и ветра позднего осенней набеги, да в пору благотворной снеги покроют влажный туг полей. Останься, тайный страж, в наследственной сени, постигни робостью полуночного вора и от недружеского взора счастливый домик охрани. Вот какие бури, какие страшные события происходили, в особенности последние события. Ведь какую, собственно, задачу ставили гитлеровцы? Потерпев фиаско, они действовали по старинной поговорке: «Не бывать нам в этом доме». И поэтому сгорело все синим огнем. И поэтому сжигалось все, что только можно. И здания, и деревья, и всяческие сооружения, и всячески истреблялись следы Пушкина. И вот приходят люди,
Ну, обращается к англисту, скажите, все пишут о том, что была война, ведь никаких следов нету. Я беру этого Фому Неверного за ручку, подвожу к старой липе или ели и говорю, ну, а теперь внимательно посмотрите на это дерево. Посмотрите, оно уже прострелено насквозь. Это у него постоянный бинт. Для меня всякое мемориальное дерево, да не только для меня, а для всех, кто работает в заповеднике, всякое дерево – это живое дерево, это живое тело с душой, с чувствами. Когда я смотрю на больное дерево, я вспоминаю всегда замечательный русский романс «Острую секирую ранена береза, по коре сребристой покатились слезы». Ты не плачь, береза бедная, не сетуй, ранена смертельно, вылечишься к лету, будешь любоваться листьями убрано. Вот так и ель шатер. Я сколько раз я смотрел, как она умирала, как текла по ее старой ветхой коре смола, и я в этой смоле видел действительно слезы из этого замечательного романса. Много врачей ее смотрело, мы даже ее одели в леса для того, чтобы рассмотреть, что же делается на вершине. И когда подсчитали ее раны, их оказалось около 50. Многие смертельные. И, конечно, окончательный диагноз этого консилиума был «дни ее сочтены». И вот тогда-то я подумал, ну хорошо, она умрет, но что же с этим местом-то будет? Ведь это же место-то воспето. И все равно, даже если не будет дерева, люди будут искать это дерево. И ведь так повелось в природе. Появляется дочернее, материнское, сыновье. Я стал подглядывать, что же я посажу на это место. И я остановился на одной очаровательной, маленькой, кокетливой, влюбленной в себя и удивительно живучей юркой елочке. Я ее присмотрел, когда та старуха еще дышала, еще была чуточку жива. Но вот пришло мгновение, когда можно было сказать «конец». Пришли дровосеки, сняли, мы по обрезу подсчитали ее годы, точно насчитали. Она была посажена в 1812 году, это очень интересно, а скончалась в 1965. И сразу же в этот котлован внесли питательную среду, хорошо его промыли, одним словом, проделали все, что полагается, и посадили эту молодую елочку. Она сразу принялась расти, она как бы понимала, какую задачу на себя она приняла. И когда вы сегодня подходите к этому историческому месту, и в голове у вас раздаются пушкинские стихи, но там и я свой след оставил, там ветру удар на темную ель повесил звонкую свирель, вы слышите эту свирель? Эта елочка молодая поет, она всегда юна, как красивый апрель, она всегда выразительна. И как она чудесно растет. Фома Неверный, когда подойдешь к этому дереву, вспомни мои слова, она почти по метру в год натягивает, она торопится стать похожей на свою замечательную прапрапрабабку. Она достойно может занять это историческое место, и люди будут любоваться так же, как некогда они любовались старой ею шатром. Ведь Пушкин неистребим. И все пушкинское неистребимо. И даже когда, ну, представим себе какую-то страшную катастрофу, в результате которой, может быть, все будет уничтожено. Ну, берем такой беспощадно страшный случай. Но ведь тень-то Пушкина будет неистребима. Она даже перед этой какой-то воображаемой страшной пустыней, она все равно будет. И к ней будет тянуться все, что соответствует слову «жизнь» и «бессмертие». Вставал он рано, в 7 часов. Летом шел купаться в сорость, а зимой направлялся в домик няни, где у него специально была такая
целая система водных процедур. Присланная из Петербурга бочка со свежей водой, окунался и к работе был готов. Завтрак, а дальше что? Вы думаете, что он приходил сюда, садился за стол, ложился на кровать работать? Ничего подобного. Он работал тогда, когда являться муза стала мне. Это могло случиться в самых неожиданных местах. Вот он пошел в Петровское. А что такое Петровское? Петровское для него это был музей. Музей старого арапа, где все было музейно. Старинные вещи, какие-то, каких-то особых петровских масштабов. Старого арапа уже не было, был его сын, но и этот сын был настоящий араб, ветхий, старец, генерал, уже с затемненным сознанием. И когда он входил в дом, ему казалось, что он входит в какую-то галерею петровского времени. Или шел в Тригорское, где все совершенно было другое, где был богатый дом, много было кабинетов, и библиотека была, и замечательная гостиная, все было под руками. А нет, он вдруг направлялся в баньку, куда его приглашали немножко остудиться, а может, вы, Александр Сергеевич, переночуете? Так вот где же он творил, где же он писал? Писал и там, и там, и там. Но какая же разница между Петровским, Тригорским, там, Савкино и Михайловским? Да в том, что если в Петровском был музей, если в Тригорском был приют сияния муз одетый, то здесь жил анахарет, здесь жил пророк, здесь жил исключительный человек, который сам не знал, что он такое. Сам не знал. И поэтому, когда ему что-то удавалось, он был настолько радостен, что бегал по комнатам, бил в ладоши, сам себя хвалил, пел какие-то фанфары, понимаете, и все. Ведь в этой комнате он создавал то, что не мог создать ни в Тригорском, ни в Петровском, нигде в другом месте. Куда муза уже знала дорогу и свободно открывала свои двери и находила Пушкина в том состоянии, когда он уже был готов встретиться с музой. Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных гор. Пылай, камин, в моей пустынной келье, а ты, вино осенней стужи, друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвенье горьких мук. Печален я, со мною друга нет, с кем долгую запил бы я разлуку, кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать веселых много лет. Я пью один, и на брегах Невы меня друзья сегодня минуют, но многие и там из вас пируют, еще кого не досчитались вы, кто изменил пленительные привычки, кого от вас увлек холодный свет, чей глаз умолк на братской перекличке, кто не пришел, кого меж вами нет. Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен, срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Пушкин называл свой кабинет «моя изба», «моя хижина», «моя келья» и очень редко «мой замок» или что-нибудь вроде.
Он любил работать ночью при свечах, и не ярких свечах, а какой-то одинокой свече, при лампаде, когда свет падал только на тот листок бумаги, где происходило таинство создания художественного произведения. Все остальное, вся плоть вещей должна замереть. Она только разрывает эту сосредоточенность, она мешает этому делу. Если он чувствовал, что вот муза приближается, и вот он уже одержим, и сейчас начнется нечто, чему он, может быть, и слова не находил, а это было днем, тогда он спускал шторы, делал затемнение, зажигал лампаду, и начиналось таинство, великое таинство преображения. Но у Пушкина был разный труд. Он был ведь не только писатель, поэт, а еще и собиратель. Ведь, скажем, 50 сказок, записанных Пушкиным здесь. А как это происходило? Здесь, в этой комнате. А может быть, в комнате няни, где она распоряжалась, куда приходили к ней девушки ткать, вышивать, кружевать и так дальше. А может быть, там, в ее светелке, где жарко натопленная печь, где пахнет вареньем, пастилой, бубликами, пирожками, этакой русский сдобный вкусный дух. И вот здесь за стаканом чаю, и Бог простит, может быть, за стаканом доброго вина, может быть, это все так происходило. Вероятнее всего так, а не здесь. Потому что здесь даже трудно себе представить. Вот входит какой-то сказитель, Пушкин сидит как чиновник и начинает скрипеть пером. Ну а дальше что? Ну а дальше что? Ну а дальше что? А там все это непосредственно и, вероятно, вот так и было. Я еще раз подчеркиваю, здесь Пушкин поэт. Здесь таинство преображения. Здесь пророк. Здесь, так сказать, является ему муза. Ведь муза не может явиться в общество. Это всегда то происходит только наедине с Творцом. Не правда ли? А записи народных сказок, записи обрядов русской свадьбы, или какие-нибудь там поговорки народные, или просто-напросто какие-то замечания, это может быть и на людях. На людях даже, может быть, это интереснее. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальная темна, что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бури завыванием ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под жужжанием своего веретена. Мы невольно вспоминаем рассказы крестьян, оставивших своей памяти очень интересные воспоминания о Пушкине. Как он любил этот простой народ, как он любил ходить по крестьянским избам, сидеть на завалинке, разговаривать со стариками. А бывало услышать, что ребенок плачет, а мать ушедшая на работу. Он откроет двери, войдет и люльку качает, и что-то ребенку говорит. Ведь в сознании народа образ Пушкина сохранился накрепко и навсегда. Пушкин отлично добрый человек, говорит народное предание. А вот эта доброта, которую он заслужил во мнении народном, она, конечно, объясняется тем, что он пытался и хорошо понял тайну русского народного характера, его народное искусство и определил зиждительскую роль этого народного искусства в развитии русского искусства вообще. Этому, кстати сказать, очень содействовало частые прогулки Пушкина на знаменитые Святогорские ярмарки. Давайте себе представим, как Пушкин отправлялся. Ведь это не просто так, вышел из дома, взял тросточку и зашагал по Еловой аллее. Нет, ведь не так же это было. Заранее было заявлено: братцы, я завтра с вами на ярмарку. Ах ты,
Да что ты? Да, 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 да. Ему приносили обыкновенную русскую рубаху, специально приготовленную и вышитую, со специальной опояской. Его подстригали, как русского мужика, под горшок. А он сидел, как будто у самого модного парикмахера, и улыбался в зеркало. А потом в окружении девок и празднично наряженных мужиков этаким хором шли из Михайловского Святогорья, и там, конечно, производили фурор, о чем рассказывают многие современники, как они встречали в эдаком странном виде. И даже Пушкин потом, как известно, Евгения Онегина сделает маленькую ремарку. Сим убором странным была весьма удивлена пскобская дама Дурина. Но не в этом дело. Пушкин ведь шел туда не просто пряники есть, горло драть или объедаться там яблоками и другими дарами земли. Нет. Для него это была колоссальная аудитория. Это русский человек в невиданном его плане. Как он празднует? Что он делает? Как он веселится? Ведь в эти дни, ведь не работать приходили в Святогорский монастырь, а разуись, рука размахнись, плечо. Пой, что хочешь, ешь, что хочешь, куролись, как хочешь. И отсюда, конечно, Пушкин смотрит на все это орлиными широкими глазами. И его подвалы памяти закладывает и острое соленое словцо, и интересный оборот речи, и интересное замечание, и просто интересный портрет русского человека, которого он не видел. Святогорские ярмарки, которые были известны повсеместно, ведь туда приезжали из Прибалтики, из Нижнего Новгорода, из Москвы, из Петербурга, это колоссальная аудитория, ведь это же продолжалось вообще-то празднество ярмарка 3-4 недели подряд, и можно себе представить, какой кладезь премудрости обрел Пушкин на этих знаменитых ярмарках. Если мы возьмем словарь Пушкина, ныне напечатанный всем нам на пользу, то мы увидим, как много почерпнул он русских народных слов и наполнил ими свои художественные произведения. Если возьмете русские пушкинские сказки, то они, в них большой процент занимают те слова, которые он услыхал и на обряде русской свадьбы, и на похоронах какого-то дворового человека, и на Святогорской ярмарке, и просто при встрече. Пушкин ведь вежливый был человек, и мужики были удивлены, в своих воспоминаниях это подчеркнули. Он настолько был непонятный для вразумления человек, что даже за руку с нами, с мужиками здоровался. Вы понимаете, что значит по тогдашним временам-то барин и подлый человек-крестьянин? Какая пропасть между ними лежала? А Пушкин один из первых эту пропасть рукой своей преградил. Где б судьба не назначала мне безымянный уголок, где б ни был я, куда б ни мчала она смиренный мой челнок, где поздний мир мне не сулила, где б ни ждала меня могила, везде, везде в душе моей благословлю моих друзей. Нет, нет, нигде не позабуду их милых, ласковых речей. Вдали, один, среди людей воображать я вечно буду вас, тени прибережных ив, вас мир и сон тригорских нив, и берег сороти отлога, и полосатые холмы, и в роще скрытой дороги, и дом, где пировали мы, приют сиянием муз одетый, младым языковым воспетый, когда из капища наук являлся он в наш сельский круг, и нимфу сороти прославил, и огласил поля кругом очаровательным стихом. Но там и я свой след оставил, там ветру в дар на темную ель повесил звонкую свирель. И когда мы входим сегодня
под сени Тригорского мы слышим и эту нимфу Сороти, и слышим эту свирель пушкинскую, и нас умиляет мир и сон тригорских нив, как когда-то они умиляли сердце Пушкина. Пять женщин, одна другой краше. А вот приезжает и сын из Дерпта, Алексей Николаевич Вульф. И со всеми ими Пушкин находит какой-то свой язык, свои отношения. Каждую он награждает какими-то очень красивыми эпитетами. Это не традиционная «милушка», «дорогая», «золотко», «сердце мое». Нет, это какие-то удивительные сравнения, это какие-то поэтические, восторженные слова. У всех Осиповых Вульф, в особенности у дев, начиная от 15-летней Зизи, у всех были альбомы. Ну, вы знаете, в те времена у каждой девушки, у каждой женщины был сокровенный альбом, куда она выписывала различные философские замечания, жизненные правила, любимые стихи, ноты, картинки, и переводные, и нарисованные робкой рукой. Все это было предложено вниманию Пушкина. И он не обошел ни один альбом, и всюду оставил трогательную запись, и всех воспел. Вот, Зина, вам совет. Играйте, из роз веселых заплетайте себе торжественный венец. И впредь у нас не разрывайте ни мадригалов, ни сердец. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. В Осиповском доме все было по-настоящему. Осиповы соблюдали все обычаи доброй старины, все обряды. У них на масленице жирной подавались жирные блины. Они торжественно справляли праздник Рождества, ставили елку, украшали, водили хороводы, в которых запевал и был Пушкин. Под Новый год устраивали весь чин встречи. Гадали, ходили ряжеными, запирались в бане, вызывали домовых и всякую добрую нечистую силу. 7 раз в году в этом доме отмечался день рождения того или другого члена семьи, именины и другие праздники. 7 раз, никак не меньше. Можете себе представить, как выглядел Осиповский дом все времена. Как подъезжали возки, кареты, разные экипажи. И как хлопотливо все это встречалось, провожалось, как все это усаживалось за бранные столы, а после расходилось по залам и гостиным, где происходили танцы, живые картины, различные игры. И вот, наконец, ночь. Все усталые, обалделые, наполненные явствами до отказу, расходились по комнатам с тем, чтобы отойти к следующему дню. Конечно, не хватало ни перин, ни подушек. Как рассказывает современник, в таком случае
поступали так. Привносили солому, слали прямо на полы, покрывали эту солому свежими льняными простынями, одеялами, шубами, ротондами, и начинался замечательный храп, когда гудело то там, то здесь. И, наконец, наступало утро, и вновь продолжался этот самый праздник. Его девичьи светлицы, его сени, его парк и сад — это обесчисленные строфы деревенских глав Онегина. Потом, когда все пройдет, Осипов и Вульф будут рассуждать и вспоминать об этом. Им будет казаться, что Пушкин списывал с них своего Онегина. Это, конечно, наивное замечание, но много, очень много черт жизни этого очаровательного уголка было взято Пушкиным и использовано в Онегине. И в четвертой главе, и в пятой. А когда мы читаем седьмую главу «Отъезд Татьяны Лариной» и «Прощание с Тригорским», и это удивительное восклицание «Прости, прости, не забудь», с каким уезжает Татьяна Ларина, это невольно хочется отдать Пушкину, его устам, которые шепчут это последнее «Прости» этому месту. Вспомните, как часто звучит это «прости» в седьмой главе. Простите сень, простите мирные долины, прости небесная краса, прости веселая природа, простите мирные места, прости приют уединения, простите сумрачные сени. Простите верные дубравы, прости беспечный мир полей и легкокрылые забавы столь быстро улетевших дней. Прости, Тригорское, где радость меня встречала столько раз, но то ли узнал я вашу сладость, чтоб навсегда покинуть вас. От вас беру воспоминания, а сердце оставляю вам. Быть может, сладкое мечтание, я к вашим возвращусь полям, приду под липовые своды на скат Тригорского холма, поклонник дружеской свободы, веселья, грации и ума. Еще древние говорили, что там, в том месте, где жил великий человек, остается его тень. Гениус Лоце. Есть гениус Лоце и в Михайловском, и в Тригорском. Есть тень Пушкина. И тот, кто собирается совершить паломничество в эти святые места, тот
мечтает о встрече с Пушкиным. Он надеется, что он увидит тень Пушкина. А что же, собственно, содействует вот встрече с тенью Пушкина? Ну, прежде всего, все то, что видел Пушкин. И небо, и старые деревья, и птицы, и травы. Ведь когда человек идет по еловой аллее и вдруг слышит крик старого ворона, а ворон, как мы знаем, живет 100, 150, 200 лет, он слышит то, что слышал Пушкин. Когда он входит в Михайловское, его встречает большая мраморная доска, и на ней, грубо говоря, высечены правила внутреннего распорядка, сочиненные Пушкиным. Как себя надо вести? И что это такое? Это обращение Пушкина к таинственным силам с просьбой поддержать его и все принадлежащее ему в этих местах. Поместье мирного, незримый покровитель, молю тебя, мой добрый домовой, храни селение, сад, лес и дикий садик мой и скромную семьи моей обитель. Да не вредят опасный хлад дождей и ветра позднего осенние набеги, да в пору благотворной снеги покроет влажный туг полей. Останься, тайный страж, в наследственной сини, постигни робостью полуношного вора и от недружеского взора любимый домик сохрани. Вы понимаете, здесь есть все, с чем Пушкин обращается ко всякому входящему. Пусть не приходит сюда человек, которому нечего делать. Пусть тот, кто не любит Пушкина, не приходит. Пусть тот, кто почитает дружбу абсолютно ненужным элементом человеческого существования, ходит сюда с трепетом. Люби зеленый скат холмов, луга, измятые моей бродящей тенью, прохладу лип и кленов шумный кров, они знакомы вдохновению. И когда человек начинает слушаться в шум кленовой листвы и в пение старой домашней липы, и в пение иволги, и в барабанную дробь старого аиста, то он невольно начинает ощущать присутствие Пушкина. А когда вечером он совершает уединенную прогулку по следам Пушкина вдоль сороти, через лес, через рощи, через сад, он вдруг слышит колокольный звон. Русский пейзаж старый, и он не мыслим без колокольного звона. Каждый раз в февральский день, когда Михайловское становится обителью пустынных вьюг и хлада, мы приходим под торжественную сень этого древнего собора для того, чтобы
отметить очередную годовщину гибели Пушкина. Мы вспоминаем эти трагические дни и начинаем представлять себе, как же все это было, как все это случилось. Это случилось в Петербурге, в том свинском Петербурге, который так ненавидел Пушкин. Пушкин был убит. Прах его лежал в подвале конюшенной церкви. И вот наступила полночь, и вот пришли друзья Пушкина, их было немного, пришли провожающие, и пришел знаменитый жандарм Ракеев, которому было поручено царем сопровождать мертвого Пушкина в его последние путешествия. Жандармы вынесли гроб Пушкина и бросили его в ящик, прости Господи, как собаку. Ящик поставили на сани. Скрипнули ворота, ямщик взял вожжи и пошел. Приказ царя был строгий. Не ехать, а лететь. Нигде не останавливаться. Спешить. А когда прибудут на место назначения, чтобы никаких церемоний, и быстро, быстро кончить это дело. Траурный поезд выехал из Петербурга. И два дня, денно и нощно, кони несли прах Пушкина сюда, в Святые Горы. Поезд нигде не останавливался. Останавливаться было воспрещено. Гнали лошадей. Одна лошадь пала около острова. Пришлось быстро сменить на другую. И вот, наконец, Святогорский монастырь. Вечер 17 февраля. Монастырь спит. Спит игумен, спит братья, дремлет привратник. Ракеев стучится в ворота и кричит: «По указу его императорского величества, откройте!» Ворота со скрипом отворились. Подошел игумен, которому жандарм вручил царскую бумагу. Прах Пушкина внесли во двор, поднялись по каменной лестнице и внесли в этот древний собор. Здесь надлежало Пушкину провести последний день не живому, а мертвому. Последняя панихида была краткой. Песнопение было бедное. Свечи горели тускло. Но вот вошли крестьяне, взяли гроб Пушкина в свои руки и по древнему русскому обычаю подняли его к небу. И с песнопением вышли, повернулись в сторону Михайловского и по древнему псковскому обычаю три раза покачали гроб в сторону Михайловского. Прощай, Михайловское, прощай, псковское небо, прощай, родимая обитель. А потом подошли к яме, опустили прах Пушкина в могилу и забросали комьями замерзшей земли. Кто-то из крестьян принес обыкновенный сосновый крест. Тургенев посмотрел на него, вынул карандаш, подошел к кресту и написал: «Пушкин». Свершилось. Конец. Мы приходим сегодня в эти ставшие заповедными пушкинские места и видим, что здесь лежит не одно сердце Пушкина, а три его сердца. Одно в Михайловском, одно в Тригорском и одно у стен этого древнего храма.
Вот вам мой совет. Посмотрели вы музей, побывали в его кабинете, послушали красивый рассказ экскурсовода, и теперь вы должны побыть в одиночестве. Постарайтесь прийти поздно вечером, когда завершается день и когда зарождается новый грядущий день. Пройдите по тропинке к маленькому озеру. Станьте на его берегу и, обращаясь к этому озеру, громко крикните: «Александр Сергеевич!» Я уверяю вас, он отзовется на ваше «ау», и эхо вам крикнет: «Иду».